32 сильнейшие гимнастки страны вышли на помост Московского дворца спорта, чтобы вести борьбу за Кубок Советского Союза. Среди них очень много юных спортсменок. 16-летняя московская школьница Людмила Шибалина. Это новое имя в большой гимнастике. За упражнение на бревне Шибалина получает оценку 9,4 балла. Вольные упражнения – подлинная стихия москвички Ольги Карасевой, участницы Олимпийских игр. Оценка выступления Карасевой – 9,8 балла. Приятный сюрприз преподнесла юная Лилия Тергукасян. Опорный прыжок выполнен армянской гимнасткой уверенно и точно. Однако, чтобы завоевать кубок, надо добиться успеха не в отдельном упражнении, а в многоборье. Любовь Бурда, участница Олимпиады в Мехико, по праву считается одной из основных претенденток на победу. 9,6 балла. На разновысоких брусьях другая участница Олимпиады, Людмила Турищева. 2 года назад она уже владела кубком страны по гимнастике и теперь полна желания вновь завоевать этот почетный приз. Оценка 9,65 балла. Упражнение на равновесие выполняет Любовь Бурда. Неожиданно воронежскую школьницу постигает досадная неудача. Теперь лидером состязания становится Людмила Турищева, школьница из города Грозного. Оценка за выступление на бревне 9,5 балла. Уверенно выступила Турищева и в вольных упражнениях. Обладательницей Кубка Советского Союза по гимнастике стала 16-летняя Людмила Турищева.